Всем привет, дорогие зрители! Вы находитесь на канале «За 5 минут» и в этом видосике я для вас подготовил лучшую подборку тем для вашего смартфона Xiaomi 2020 года. Я надеюсь, эти темы вам понравятся, они освежат и прокачают ваш смартфон по полной программе. Друзья, я вам буду очень благодарен и признателен, если вы поделитесь этим видео с друзьями, также поставите лайк, возможно, даже подпишитесь на канал. Очень низкий вам поклон за это. Итак, переходим к нашим темам. Я постараюсь в этом видео говорить поменьше, буду больше показывать, меньше говорить. Таким образом, вы просмотрите быстрее это видео и будете меньше меня слушать. Первая тема, она похожа на iPhone темы, называется Fix Huawei P30 V11. Эти три темы у меня уже скачаны, если вы хотите их скачать, то название этих тем я оставлю в описании под этим видео, а также в закрепленном комментарии. Что ж, начинаем рассматривать тему. Телефон адаптируется, все, применил. Смотрите, ярлыки у нас iPhone. Поменьше слов, больше дел. Настройки тоже iPhone. Классно все выглядит. Строка уведомлений. Минимализм четкий. Строка вызовов. Тоже все простенько. Блокировка экрана. Тоже все простенько. Функциональный довольно-таки виджет. Погода, время, дата, даже шагомер есть. Но для того, чтобы он показывал адекватные цифры, нужно скачать предварительное приложение. Так, теперь переходим к нашей второй теме. Вот такая. Называется Android Black White V11. Применяем. Так, наша темка применилась. В основном присутствуют черно-красные цвета. Смотрите, ярлыки квадратные, большое расстояние, маленький текст наших названий ярлыков приложений, поэтому, ну так видненько будет тем хорошо, у кого хорошее зрение. Очень простая, похожая на предыдущую тему, строка уведомлений, вызовы. В черном стиле, все в черном стиле, клавиатура тоже, цифры тоже, настройки. Смотрите, прикольно выглядят меню настроек, тоже все в черном стиле. Тонкий шрифт, довольно приятно, все четко видно и читабельно. Блокировка. Все простенько, блокировка простенькая. Сверху вся нужная информация. Быстрый доступ вот к фото и к вызовам. Следующая, третья тема. Квадратные ярлыки, по-своему уникально. Я надеюсь, найдутся люди, даже уверен, что эта тема им понравится. Третья тема называется White Gradient V11. Применяем. Смотрим, что из этого получилось. Смотрите, ярлыки у нас круглые, мультяшные, как будто нарисованные. Строка уведомлений. Вот, по-своему уникально, ярлыки тоже самые круглые. Вызовы. Классные. Классное меню клавиатуры. Фиолетового цвета. Вызов тоже фиолетовый. Телефон в кружке. Настройки. По-своему уникально. Рисунки наших функционалов, в общем-то, одинаковые. Все классно, читабельно. Блокировка экрана. Все тоже просто минимализм. Пальмы на закате. Время, дата. Все, что нужно. Вот такие, друзья, в обзоре у нас три темы. Я надеюсь, они вам понравятся. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, это видео вам понравилось. И вы его оцените. Также оставите свой комментарий. И расскажите, наконец-то, пожалуйста, какая ваша самая любимая тема. Я буду вам очень признателен, если вы напишите это. Всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Всем успехов.